сегодня с вами я, Майя, и сегодня мы будем играть в Майнкрафт. Вы думаете, вы сегодня снимаем деревню минус 35? Вы думаете, почему я в броне, да? Что, типа, на нашу деревню на... Хотела объяснить, сама спалила. Вот, ребят, смотрите! Это Бравл Таун. Просто ребят. Это не деревня номер 300. Это, наверное, дом Рикошета. Тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Дома никого нет, говорят. Пустота. Наверное, это просто новый город. Ладно, это, наверное, ворон. Наверное. Если я скрыл, значит, это укура. Да, это ворон, ребят. У ворона нет двери. Кровать. Бочки. Верстак. Водичка. Еще две кровати. Костры в небе летающие. И бочки. Много бочек. Но это, наверное, для ресурсов. Ребят, солен. Ну тут уже более бедно. Пол земли. Кроватка. Четыре бочки. Ну, книжные полки. Вот эту тему. Верстаки. И опять же нету двери. Вот это уже более как мажор. Да вот стекло. Вообще красота. Правда, там пусто. А нет, есть. А, это мэрия. Тут она двухэтажная, да? Ребят, смотрите, фонтанчик. Так, ребят, что это такое? Почему тут решетка? Скоро в открытии. О, мини-гейм. О, пойду арену посмотрю. Это же Бравл Таун получается. Тут должна быть арена. Реально поворот. Да, реально арена есть. Налет. Чик. Погнали, позырим, что это такое. Вау. А, это ресурс, типа, чтобы дома обустраивать. Кровать на любой вкус. Верстак, даже костюмчик есть. А это что такое? А. Знакомство. Ребята, я просто раньше играла в Бравл Таун с братом, с Флайном, как вы его знаете. И там был магазин за лоботинами, тоже похожая штука. Видимо, магазин за лоботинами вернулся. А, это, видимо, это мэрия Мажора Рика, понятно. А это что за... Ям нет. Так, ребят. Зайдем. Ой, не больно. Будто я назарил в ботинках. Костерчик. Еще один костерчик. Да тихо. Вот такая фигня. Ай, больно. Ребят, пойдем выйдем. Надеюсь, в этом городе есть бравлер вообще. Так, стоп, нужно. На игроков. Нет, не надо. Окей. Побежали, 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 побежали. Опача. Привет.
Привет, ты кто? Привет, а? Я не знаю, кто. Да кто ты? Конь в пальто, я же тебе сказал. Он исчез. Ладно, я пока что... Мне пока не дома, мне нужно будет его покупать, наверное. Наверное, я пока что куплю ту маленькую ямку. Или я не показала мне. Вот я просто тут немножечко осмотрелась. Вот, вот, смотрите. Вот тут много очень фонарей. И вот такая штука, и тут дырка, чтобы расширяться, наверное. Потом мне надо будет построить свою голову, а пока что я буду жить в земле, ну, нет, не в городе, а в среде. Только мы в земле не будем жить. Гениально, да? Нет, ребят, нифига не гениально. О, мне даже такая такая. Сюда вот поставим. Я уже дофига земли. Дофига земли. Уже, ребят. Так, ребят. Продолжим. Выкопали. Ребят, наверное, пока что этого хватит. Потому что... Ну, пока что, мне кажется, если я сделаю больше, то меня могут выгнать из бравлпауна. Ну, блин, мне все-таки надо заходить в этом полосками. Вот, ребят, я сделаю тут вот так, чтобы было потеплее, если пошел любой дождик, я бы смогла укрыться у себя в убежище. Земля все-таки впитывает в себя влагу. Вы никогда не замечали, что в Майнкрафте никогда не бывает потопов. Ну, если только сам воду ставишь, да? Где-то дождя там потопов не бывает. В Майнкрафте физику включили, видимо. Раньше же из-за дождя лава еще и тухла. Теперь она просто частица здесь, потому что лава... Лава, она это... Надо будет продать эту книгу. О, о, ребят, кто-то сказал. Нет, спокойно. Ребят, подождите, я сейчас быстренько подзаработаю на боях, и я вернусь. Так, ребят, вот, посмотрите. Смотрите. Сейчас я вам покажу, что мне дали в приз. Вот. Черепаший шлем. Ух, что-то. Нет. Два стака металла. Зелитовые штаны. Ножницы. И удочка. Блин, этот дом убил. И черепаший шлем, если я не говорила.
Если его не купят, я его за деньги. Вот видели, ребят? Так что мне надо... Вот смотрите, ребят. У меня, наверное, будет вот эта база. Кто его не купит? Она мне пригодится. Я вот, наверное, куплю вот этот вот домик. Он мне очень нравится, ребят. Вот потому что мне жить просто негде. Смотрите, по дорогу у меня есть. Можно уголь подворовывать. Ладно. Мэр! Мэр, мэр, ты кто? Мэр, я мажорика. А можно у тебя дом купить? Маленький такой. Можно. Сколько стоит? Так. Железо. Железо стоит. Можно еще давай за годом. Да ты что такой жмот? 2 гема, это же много. Давай тебе дам 2 стака. А, нет, смотри, тут как раз 2 гема в глазах у ТТМ бессмертия. Ну давай, один. Потом бессмертия. А куда мне их ложить? К рикошету, может? Да, к рикошету. А у него там есть этот? Да. Сундук. Бочка. Там же вроде пусто. Пофиг, кому угодно, кого угодно. К ворону. Я сундуков. Я бегаю к нему. Ага, ворона не забыл. Вот в самом нижнем. Угу. Все. Все, значит, домик мой. Ребят, погнали в магазин. Мне еще стак остался. Мне еще есть тотем смерти. Солилион! Можно у тебя купить этот? Кровать, материал какие-нибудь, дерево. Да, сколько это будет стоить? Там 1 кровать. Так, 4 бочки я возьму, хорошо. Хотя не 2. Окей? 2 бочки. 2 бочки, 2 металла. Возьму лаймовую кровать. Лаймовая кровать стоит 7. Возьмем 1 верстачок. Потому что мне больше и не надо. А 2 бочки это... Нет, слишком много. Костерок. Костерок, не надо мне костерок. Вот бочки возьмем. Ой, я воду. А. Не, дерево не надо мне. Ну все, я взяла все, что надо, я оплатила. Так, ребят, сейчас я быстренько схожу где-нибудь на дымовую песчаника. Или там, может, Леону принесут, и я вернусь к вам. Да, ребят. Так, ребят, я уже у Сали Леона купила. Я, знаете, сколько железа потратила? Все. Все, ребят, у меня не осталось металла больше. Блин, капец. Ну ладно, у меня есть Кирочка. Теперь надо снести лишний фонарик. Фонари. Хорошо, что Кирка мощная довольно. Да, быстро ломает фонарики. Да, ребят, вам это, наверное, неинтересно. Я вернусь, когда доломаю эти все фонарики на воздушном шарике. Так, ребят, мы как раз взяли фонарики. Я сняла почти все лишние фонарики. Все лишние фонарики почти снесла. Я буду сносить все, что мне не надо здесь. Потому что если остается лишнее, то мне не надо лишнего. Домик я увеличаю постепенно. Тык-тык. Вот так вот так. Тык-тык-тык. Ребят, я уже почти стак потратила вместе с вами. Тут мы ставим и
Я уже почти столько потратила с вами. Все, прыгаем вниз. Привет, наверное, свою голову мы будем, мою голову мы будем делать в следующей серии, потому что... Потому что это долго. Вот у всех есть своя голова, у меня нет. Там еще для нее материалы, шерсть надо покупать. Это будет долго очень, ребят. Это серии 3 займет. А, точно, у меня же ножницы есть. Окрасить их как? Цветов же нет. Мне же нужна цветная шерсть, а не обычная. Так, ребят. А кто это говорит вообще? Ну, будь мэром. Так, ребят. Девушки, а как зовут? Меня Мэй. Бравлер Мэй теперь я. А у тебя оружие? Да, что? Блин, а оранжевых цветов понятно. Ну, оранжевых цветов нету, но можно же делать этот. У меня они какие-то... Я не знаю. А, да, тюльпан. Оранжевый тюльпан. Я же фонарики добыла. Я же могу их типа повесить куда угодно. Вот это я... Мне повезло. Вот пока что какая красота. А, у меня же еще вода есть, точно. Так, ребят, ставим. А, ребят, кстати, каждый четверг будет выходить серия по Бравл Тауну, так что не описывайте, что серии выходят так редко, будут выходить по Бравл Тауну. Конечно, деревня номер 135 будет, но пока что у меня проблема. Большие проблемы, ребят. Я туда зайти просто не могу. Меня заблокировали. Так. Покемон! Мы сможем все ты и я. Посмотрите, мы клип. Ладно, ребят. Да, реально, переходите, заходите на мой клип. Всем пока, ребята. Надеюсь, мы увидимся в следующий четверг в этом же видео. Всем пока.